Теперь о других не менее важных, скажем так, искусствах, которые определяют нашу жизнь сегодня. Давайте поговорим о высоких технологиях. Перед вами картинка с приложения «Маскарад». Я думаю, она не нуждается в лишнем представлении. Это когда маски накладываются на лицо людей. Так вот, в скором времени, кажется, Mail.ru Group запустит конкурент этому приложению. И приложению, кстати, Snapchat. Это американский такой аналог «Маскарада», где еще можно переписываться и общаться. Обо всем этом сегодня пишет «Известия». В основе новой программы, видимо, как у конкурентов, будет технология, так называемая технология нейросетей, которая позволяет распознавать на изображении или видео лица и накладывать на них эффекты. При движении головой наложенная маска будет двигаться синхронно с ней, не меняя своего положения. Если мы посмотрим на технические характеристики всего этого приложения, мы увидим такие маленькие точки на лице. Именно они отвечают за то, чтобы маска не слетала с лица, чтобы вырез для глаз был именно на уровне глаз, а не на носу и не в области рта. История, конечно, не на уже было сказано, что одним из самых популярных сервисов для наложения масок из фото, точнее, на фото, на видео является тот самый Маскарад в приложении в App Store, там в Google Play. Нужно брать латиницей без гласных, MSQRD. Разработан, что приятно, я думаю, белорусской компанией, белорусами, нашими братьями, компания Маскарад Technologies, кстати, которые уже успели перекупить фейсбучники, они поняли, что приложение может принести им немало денег. Приложение вышло относительно недавно, в декабре прошлого года, сейчас число пользователей перевалило за 10 миллионов человек, среди которых и наши звезды. Конечно, без них не обходится ни одна такая веселая история. Обычно там же рот открывает.